Перед тем, как вы узнаете дату выхода очередной серии всеми любимого сериала, хотелось бы рассказать вам немного о нем. Фазилет играет двойную игру с Синаном и Хазином. Она без ведома Хазан начала подготовку к свадьбе. Синан запутался, думает, как ему поступить, а Хазан уже давно приняла решение, она намеревается расстаться с Синаном. Хазин боится, что сыновья начнут враждовать друг с другом из-за одной девушки. И поэтому, чтобы воспрепятствовать этому, он беседует с Ягызом и в то же время пытается не поддаться шантажу Ясимин. А для Ягыза будет совсем непросто столкнуться с отцом из-за Хазан. Психологическое давление, которое оказывают на Ягыза и Хазан, вызывает напряженные отношения между ними двоими. Ясин, ставший свидетелем разговора матери и Селин, находится в шоке, а ссора Эдже и Селин подводит их к опасной ситуации. Звучат звуки выстрела, но решение, принятое Синаном, застает врасплох Хазан и Ягыза. А насладиться очередной, а именно 41-й серией турецкого сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери» на русском языке вы сможете уже 31 марта. Всем спасибо за просмотр, до скорой встречи!